Эдуард, смотри! Это мышка-сосиска! Сейчас, ребята, вы это видите? Это реально мышка-сосиска! Господи, она уползла туда! Тим, бежим, она уползла за этот... Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а значит, что сегодня будет очень страшно. И у меня очень-очень крутая идея на сегодня, друзья. В предыдущем видео я слепила из пластилина кролика Экзе из Маши Медведь, друзья. Если вам интересно, что стало с этим кроликом, то я чуть-чуть попозже вам расскажу. А сейчас, друзья, мы решили слепить легендарную мышку-сосиску. Друзья, я думаю, что это будет классно. И говорят, что если слепить эту мышку-сосиску из проклятого пластилина, заказанного на сайте Darknet, то мы ее увидим вживую в нашем лесу. Возможно, где-то здесь рядом она придет. Давайте вместе с вами на этом видео наберем 5000 лайков для того, чтобы увидеть легендарную мышку-сосиску, а также станцуем ее знаменитый трендовый танец. Итак, вот наш чудо-пластилин. Сейчас мы будем смешивать разные цвета для того, чтобы получить розовый, а именно белый и фиолетовый мы смешаем и получим розовый, и будем лепить мышку-сосиску, друзья. Но сегодня мы будем лепить обычную мышку-сосиску. Это какой-то придуманный мем животного с чудненьким танцем. Короче говоря, мы ее призовем, а если у нас получится, то мы обязательно слепим мышку-сосиску Экзе. Думаю, будет интересно, а я начинаю лепить. Ребята, мы практически уже все сделали. Вот такая мышка-сосиска у нас получилась, и еще у нее будет вот такой вот гигантский язык-монстр. Друзья, напишите от 1 до 5, насколько мышка-сосиска похожа на реальную мышку-сосиску из пластилина, насколько похоже у меня получилось слепить эту мышку-сосиску. И теперь, друзья, для того, чтобы ее призвать, вы не поверите, нужно спеть эту песню «Мышка-сосиска туц-ту-туц» и, конечно же, станцевать этот знаменитый популярный тикток-танец, друзья. И прямо сейчас вместе с этой мышкой мы проведем этот обряд. Мышка-сосиска туц-ту-туц, мышка-сосиска туц-ту-туц, мышка-сосиска туц-ту-туц. Ладно, ребята, нам нужно будет оставить эту мышку, пойдемте в лес. И мы отойдем, немножечко скроемся, чтобы потом посмотреть, что произошло в конце концов, потому что нужно оставить ее наедине, потому что она, ребята, может куда-нибудь ускользнуть. Короче говоря, сейчас мы ее где-нибудь оставим. Со мной, кстати, снимается моя собака Лаки. Сейчас, ребята, сейчас я найду ее, где оставить. Итак, отлично, вот здесь Лаки, отходи. Итак, ребята, мы кладем нашу мышку-сосиску, оставляем вот здесь, а сами, друзья, отправляемся в одно место и спрячемся там, друзья, потому что нам нужно немного времени, чтобы эта мышка-сосиска, ну, либо ожила, либо еще что-то должно происходить. Так, я думаю, что вот это место где-нибудь вот здесь за деревом я спрячусь. Держи, Дим, камеру. Ребят, я не знаю, что произойдет, давайте подождем, прям буквально подождем несколько секунд, потому что я что-то уже ощущаю, что-то уже чувствую. Лаки побежал в ту сторону, пойдем проверим, что произошло. Скорей. Давай. Дим! Черт! Где? Блин, ребята, я забыла вам рассказать самое главное. То, что это не обычная мышка-сосиска, которая бегает. Это мышка-сосиска, которая ползает, как червяк. Вот так, ребята. Мышка-сосиска. Ладно, нам нужно ее поискать, Дим. Она ушла, она исчезла. И, скорее всего, она превратилась, как в предыдущем видео. У меня пластилиновый кролик превратился в настоящего кролика Экзи, ребят. Нам нужно найти эту мышку-сосиску. Я уверена, что она трансформировалась. И получилась настоящая мышка-сосиска, которую мы с вами увидим. А пока, ребята, мы прямо сейчас сходим. И я вам покажу, что произошло с моим кроликом. Ребята, скажу лишь одно, то, что кролик Экзи так и остался кроликом. Он не превратился обратно в пластилиновый. И мы приняли решение вместе с Димой оставить его у нас. Вчера мы весь вечер строили для него
него загон, то есть домик. И сейчас я покажу вам, как это все выглядит. Вот новый дом кролика Экзи, друзья. Мы сделали ему такой загончик, чтобы он бегал. И назвали этого кролика, друзья, Лайк. Так что теперь Лайк живет здесь у нас. В этом домике. Лайк там внутри. Вроде. Лайк, Лайк, ты где? Лайк. Господи, а вдруг он обратно превратился в пластилинового? Лайк. Лайк. А, нет. Он здесь, ребята. Лайк здесь живет. Вот его домик. И он не транспортировался. Лайк, хороший. Лайк. 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 Ребята, это просто невероятно. Нам пришлось оставить Лайка у себя, поэтому мы построили ему такой дом. Здесь у него стоит поильничек, то есть он пьет водичку. Также у него есть корм, мел, все что угодно. Но мы его закрываем, потому что Лаки проявляет огромнейший интерес и запрыгивает. Ой, упал. И запрыгивает прямо в эту сетку. Ей очень хочется дружить с Лаки. Лаки хочется дружить с Лаки. Это очень забавно. Но он может обидеть Лайка, поэтому мы Лаки не подпускаем и закрываем. Вот он выпрыгнул. Я, правда, не знаю, мальчик это или девочка, но, в принципе, это не важно. Теперь Лайк живет с нами, ребята. Я что-то розовое видела. Это шея, скорее бежим. Черт, смотри, это мышка-сосиска. Жесть, ребята, вы это видите? Это реально мышка-сосиска. Господи, она уползла туда. Дим, бежим, она уползла за этот за забор скорее. Ребята, нереально, мы видим мышку-сосиску. Вот она, смотрите. Черт, ребята, вы видите, она ползет прямо в лес. Нельзя дать ей убежать. Ребята, бежим скорее за ней. Черт. Мышка-сосиска. Вон она, Дима, вот она! Черт! Посмотрите, нереально близко, она уползла в лес. Мышка-сосиска уползла в лес. Черт, Лаки, походу, учуяла мышку-сосиску. Она... Лаки, мне кажется, что мышка-сосиска находится там, внутри. Но я, блин, туда не полезу. Лаки, Лаки, чувствует мышку-сосиску. Уйди! О, нет. Блин, возможно, мы ошиблись. Ты слышал, что ты из леса? Пошли скорее сюда. А, черт. Тихо, осторожно. Главное не спугнуть. Нужно поймать мышку-сосиську. Нужно ее поймать. Черт, мышка-сосиська, ты здесь? Мышка-сосиська. Черт, ребята, вот она. Она здесь. Я видел ее прямо здесь. Черт, Дима, прячься сюда. Скорей, скорей. Блин, ребята, вы видите, это невероятно. Это реально ползет мышка-сосиська. И нам нужно ее поймать. Быстрее, скорее, за ней. Что происходит, Лаки? Ирина, Ирина, что с тобой? Да, ребята, я поймала мышку-сосиську, и она обратно транспортировалась в пластилиновую. Слава богу, а то бы я не знала, что делать, если бы мы оставили реальную мышку-сосиську Экзи у себя и, прикиньте, поселили бы ее вместе с кроликом. Я устала за ней гоняться. Ребята, нереально, но я вам честно хочу сказать, что есть возможность слепить из пластилина мышку-сосиську Экзи. Это полный трэш, просто у нее огромные страшные зубы, и она реально стрёмная. Если вы хотите увидеть ее или хотите, чтобы я слепила из другого пластилина, заказанного на сайте Darknet, любого другого монстра, то обязательно напишите об этом в комментариях. Теперь нам нужно завершить обряд и избавиться от этой мышки-сосиски, где, друзья, мы отправимся делать это прямо сейчас. А вы не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!